Как оказать первую помощь при отравлении ядами, которые разбрасывают докантеры? В нашем районе это очень часто изонит, по-моему, который даже при вдыхании воздействует. На самом деле ядов, которые при вдыхании воздействуют, нету. Здесь, насколько я знаю, даже мышьяком отравиться таким образом невозможно. Его только съесть. Да, нужно. Соответственно, первое, о чем мы беспокоимся, это о том, что собака должна уметь не подбирать пищевой мусор на улице. Второе, возможно, носить намордник. Вот. Что касается первой медицинской помощи, все-таки опять я не врач, поэтому ничего советовать не буду. Как, ну, я знаю, что там идет терапия витамином В6, первая помощь, но побочных эффектов много, я не хочу брать на себя ответственность, да, чтобы что-то пошло не так. Я рекомендую знать, где находится клиника круглосуточной помощи. И второе, где находится клиника дневной помощи, ну, то есть там обычно, ну, давайте круглосуточной помощи с ветврачом. Куда ехать, потому что, ну, сложно очень искать, да, если уже произошел какой-то несчастный случай.